Салют, с вами Ресторатор, это Versus Battle, пошумим, блядь! Вы ждали этого долго, это самое громкое событие Ютуба. Не рэпа, этого мы еще подождем, а может и рэпа, хуй знает, как оно все выйдет. Нас сегодня поддерживают братишки из Леона. Вкусный вискарь поддерживает мой стакан, я поддерживаю его тоже. Вот, Леон — это ставки на спорт, ссылочка в описании. Сегодня за бодрость духа отвечает энергетический напиток ИОН. Видишь, Леон, ИОН и два в одном. Я люблю бухлишко, чтобы бодрило. Вот, ну как бы все должно быть по кайфу. У нас сегодня интересный батл, я попрошу ребят представиться. МС слева. Ларин. МС Ларин, дайте шума. МС справа. Рики Ф, Москва. По итогам жеребьевки начинает МС Джарахов. Ты передумал? Ты сказал, ты первый выступаешь. Нет, ты что-то путаешь. Ты первый. Ебать, ты меняешь мнение, пиздец. Ребята, мы тут не о Юле Реш спорим просто. Вот ты же сказал, что он, и я говорю, что он, двое против одного. Не, мне похуй, давай перекинем, если что. А кто выиграл монетку? Я. Он сказал, я первый. Кто начинает? Он. Это грязные игры, согласен. Давайте кинем еще раз. Окей. Дайте монетку сюда. Не, мне похуй, просто вопрос принципиальный, что за пиздеж? Один рубль. С двух сторон, разный. Орел и Решка. Орел. Собака за монетки, типа... Окей, все, хорошо полетело. Все, все, понимаю. Орел. Вторым. Сука. Окей. Ты сам это выбрал, чувак. Диджей, мочи первый бит, поехали, дайте шуму! Я! Яу, яу, яу. Соболев, Шурыгина, Марьяна, Ивангай, Синий Китлев против Версус Оксимирон. Я больше в своем тексте не трону хайповых тем, только Дмитрия Ларина, он вам не Димон. Так меня достал, ты слишком часто плачешь, будто Мазда. Дима, Дима, Маздай, любишь золотой дождь, но ты не Метазда. Я выключу твой рэп, называй меня Димазда. Если кто-то не заметил, я немного низкий. В конце зала люди думают, что ты один стоишь тут. Даже если прыгну, как ебаный кот, Эдгара По, ты все равно будешь на голову выше. Но я встал на твою тёлку, другой ногой на бывшую. Теперь я выше, Димочка, я стою на цыпочках. Даже в своем доме ты не босс, хуесос. Тебя перечитал, даже мопс, дядя пес. Тебе дали шанс, тебе дали бит. Я дам тебе в нос, это ларингит. Если бы в Питере был музей педиков, там бы был ларингит. Я где-то декаду бегу по битам, Дима, ты поздновато. Ты слыхал про кип-коп-ру, что ты знаешь про индобаттл. Ларин пиздобол, позиция наебалова. Ведь ты гнал на рэп 2 года назад без малого. Эта музыка может привлечь только отсталого. Теперь ты рэпер, Дима, что ж, добро пожаловать. Тебе здесь неуютно, не то что нашел у босса. Тут даже не предлагают трогать мужскую жопу. Нахуй тебе рэп, зачем полез на биты? У нас давно есть картавый талант, и это не ты. Сразу ебаш второй, диджей! Нехуй туда! Я потом с субтитрами пересмотрю. Может, пойму, что я буду. Йоу! Йоу! В здании, все замерли, я не могу просрать, будто нет задницы. В здании, Эл, в здании, я не могу просрать, будто батлю с Лариным. Трахну его, как хаван, Тима в семнахе идет по рукам. Если батл удалят, его перезальют под названием «Карлик ебет старика». Я не понимаю, откуда в тебе так много обиды. Ты так переборол, видно, недостаток либидо. Тут ты переволки блогеров скорее по Нихида. Дима, 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 Дима. Ты пидор, ебальник, похож на ватрушку. По уровню контента ты Юлия Пушман. Мои треки стреляют, потому что они пушка. Ты несешь чушь, поэтому ты чушка. Вове текст написал Рики. Да, не пушка, ты несешь чушь, поэтому ты чушка. Хуви текст написал Рики, точно, мне писал тоже Рики, точно. Что ты сделал Рики, блять, убил его родителей? Или того хуже, ты что, съел его пончик? Ошивался у подъезда, как моя фанатка. И зачем-то закопал там текст своего батла. Сейчас мы все увидели, говно вылазит по весне. Сука, умоляю, закопай его обратно. Раунд! Я сдаюсь!
Я. Поехали! Блять, как же ты меня заебал! Как же вы меня заебали! Сука! Как же заебали! Лицемерные мрази, что в погоне за кайпом лезут к нам в рэп. Ты хотел порамсить со мной речитативом, но не помню, чтоб хоть раз записал трек. Хова, ты доволен и чего ты добился, хотя бы немного мог подумать головой. Дебил, мы помним, как он записал свои треки. Теперь эту хуйню попробуй забыть. Ты назвал его петухом, типа Хован Гребень, но сам настолько слаб и убог, что на твоем фоне Хован Лебедь. А я спустился с гор, я гордый орел, это уже не шутки. Я к чему веду? В этой птице ферме знай свое место, Уткин. Во! Это уже как-то... Релот, сука, еп. И это уже не шутки, я к чему веду? В этой птице ферме знай свое место, Уткин. Воу, это УГ, клик-клак, время уже тик-так. Пора менять пиджак, в этом городе ты, видимо, главный самоубийца. Раз ты снова тут, я буду звать тебя Рик-флаг. Так усиленно пытался делать вид, типа твоя жизнь как фильм. Нам похеру, если, блять, твоя жизнь это фильм. Только взломать блогеров. Чеки не стреляй. И про тебя хаски, похоже, писал. Не стал красивым, не стал богатым. Блять, автоматом ты тоже не стал. Я убил тебя, поэтому тут траур. И не трогая того, что ты картавый. Но я не мог понять, когда начать читать. Ведь ты не в силах даже выговорить раунд. Пиздой на слово, не будет проблем. Да мне тут ебаные буквы. Пока на нас объявляют охоту в твиттере. Правые войны культуры. У нас нет продаж и концертов. В этом виноваты звезды ютуба. Вас на вашем же поле обогнал шепелявый алкаш. Это ли не повод подумать? Мой рэп о вечном только. Уфу-фу-фу-фу. Правые войны культуры. У нас нет продаж и концертов. В этом виноваты звезды ютуба. Вас на вашем же поле обогнал шепелявый алкаш. Это ли не повод подумать? Мой рэп о вечном, твой конъюнктура. Ты телефон, я Павел Дуров. Ты здесь сижу, всегда гнал на рэп. Сейчас собираешься ехать в туры. Ты чужой, но я объясню, чтоб дошло даже до тупого. Это не батл, а фильм, а ремейк. Ведь на ваших глазах хищник убил чужого, бич.